Я хочу поблагодарить благовеста за то, что он перевел мои книги на болгарский язык и издал их очень красивыми, такими приятными. И эти книги, на самом деле, они победили в конкурсе «Нравственная книга», который проводился 2 года назад в России. За меня проголосовало в интернет, за мои книги «Законы счастливой жизни» проголосовало 100 тысяч человек. И причина такого голосования заключается в том, что книги действительно помогают стать счастливее, и люди меняют свою жизнь. Я собрал статистику по поводу того, как действуют книги на людей, а также мои лекции. И статистика такова, что половина тех, кто слушает мои лекции, читают книги, они бросают полностью пить. А те, кто не бросают, они сокращают употребление. Половина где-то тоже людей бросают курить. Половина из тех, и те, кто не бросают, они сокращают употребление сигарет. 67% людей улучшают свое семейное положение, улучшают отношения в семье. 48% людей улучшают свою возможность работать. И так далее. То есть очень хорошая статистика. Порядка около 80% людей улучшают свое здоровье. Таким образом, эти книги, они реально меняют жизнь людей. На основании этих фактов я защитил кандидатскую диссертацию в Москве. И у меня сейчас в группе ВКонтакте, в самой большой, 200 тысяч человек участвуют. Это большая группа. Они все интересуются здоровым образом жизни, как поменять свою жизнь к лучшему. Поэтому я вам тоже рекомендую почитать их, эти книги, потому что тем более, что они в таком красивом виде появились на болгарском языке. Я сам тоже как-то пытался читать на болгарском языке и что-то понимаю, потому что буквы одни и те же, кириллица и слова очень похожи. Думаю, что так как русские и болгарцы очень близкие по менталитету люди, по языку, даже по внешнему виду, то мне кажется, что мои книги будут помогать также в Болгарии. Я желаю вам насладиться чтением этих книг и получить удовольствие и изменения в своей жизни. Желаю вам всего самого лучшего. Я передаю всей Болгарии мои поклоны и желаю всем счастья.